Привет, рад тебя видеть. Слушай, давай не будем отнимать ни твое, ни мое время, сразу к сути перейдем. В общем, смотри, мы занимаемся продвижением IT-компании. Первый продукт этой компании – это кэшбэк-платформа. Что это такое, чем занимается кэшбэк-платформа? Она приводит клиентов в магазины. За что магазины платят деньги за факт привлеченного клиента? То есть человек через наш сервис, через компанию, заходит в магазин, магазин видит, что этот клиент пришел через платформу и возвращает процент с его покупки на платформу. В этот момент компания эти деньги возвращает обратно клиенту. Таким образом, магазину выгодно, что он получает клиента, лояльного клиента, который будет постоянно ходить в этот магазин, а клиент получает часть денег со своей покупки. Итак, что предоставляет вообще платформа? Во-первых, это бесплатное ее использование, бесплатное использование кэшбэк-платформы. Как она выглядит? Вот официальный сайт svtips.com. Здесь мы видим список магазинов: Rox, AliExpress, MVideo, Austin, Litual. Также мы можем посмотреть процент, который нам вернется за покупку: iHerb, Ozon, Adidas, Связной. Вот смотри, мы можем перейти на сайт Связного. То есть, кликнув по названию магазина, мы перейдем на официальный сайт. Здесь мы, кстати, можем посмотреть акции. Тут скидки на аксессуары и так далее, и так далее. Вот, мы переходим в интернет-магазин. Вот, кэшбэк активирован. Все, здесь мы можем заказать там телефон, наушники, там, AirPods для айфонов и так далее. Делаем заказ, и нам на наш сайт возвращается часть денег. Также мы можем установить расширение у себя в браузере, ну и просто написать вот Связной. Прямо в браузере мы вводим, и мы видим интернет-магазин Связной. И вот, видишь, мы можем активировать сразу кэшбэк. То есть не надо заходить на платформу, искать нужный магазин. Мы просто можем ввести вещи или продукт, или название магазина в браузере и активировать там кэшбэк. Собственно, мы также сейчас зайдем на официальный сайт Связного, и мы можем возвращать себе часть денег за покупки. Сейчас покажу тебе свой личный кабинет. Вот смотри, с букинга вернулось 564 рубля, с авиасейлс, букинг, сити тревел, Delivery Club, вот там 75 рублей вернулось. Вот здесь очень интересная такая покупка у меня была. iPhone 10. Билайн вернул 9452 рубля. В общем, вот так вот понемногу накапливается неплохая сумма. Всего вот за пару месяцев мне вернулось 20 тысяч рублей кэшбэка. Оно вроде бы так кажется, что вот по чуть-чуть, да что там, там 100 рублей, там 200, там 500. А в итоге накапливается очень хорошая такая весомая сумма. Это знаешь, с чем я сравниваю? Вот ты после лета надеваешь куртку осеннюю, в карман залазишь, а там 1000 рублей лежит. Вроде бы мелочь, а ну, очень приятно. Также и здесь. Ты просто пользуешься платформой, делаешь заказы через нее, и тебе возвращается часть денег, и со временем накапливается неплохая сумма. Вот в среднем человек в год экономит 30 тысяч рублей. Как-никак, это месячная зарплата среднестатистического гражданина России. Также ты можешь не просто пользоваться платформой бесплатно, а можешь получать повышенный кэшбэк на 60%. То есть, допустим, с покупки айфона тебе вернется там не 6 тысяч рублей, а 9500. А с, допустим, кроссовок в магазине Nike тебе вернется не 600 рублей, а 1000 рублей. Вот. Для того, чтобы получать повышенный кэшбэк, необходимо приобрести Gold статус на сайте. То есть просто заходишь в личный кабинет, приобрести Gold статус, стоит он 2500. И ты пожизненно получаешь повышенный кэшбэк. Ну, ты увидишь выгоду этого Gold статуса, когда будешь делать какую-то крупную покупку. Например, друзьями поехали вы отдыхать куда-нибудь за границу. И на всех снял ты отели, всем купил билеты. Там вернется очень неплохой кэшбэк. Собственно, когда тебе возвращается сразу большая сумма, ты видишь, что тебе выгодно купить этот Gold статус и получить кэшбэк на 60% больше. И, кстати, ты можешь возвращать себе деньги не только с онлайн покупок, но и с офлайн. То есть можешь прийти конкретно в магазин, совершить там покупку,
оплатить можешь наличкой, тебе дадут чек, на нем будет такой QR-код. И нашим приложением, называется оно также SweetTips, ты сканируешь этот QR-код, и тебе начисляются деньги в личный кабинет. То есть ты получаешь кэшбэк и за онлайн-покупки, и за офлайн, когда просто так ходишь в магазины, подключенные к нам. Это то, что предлагает наш сервис клиентам. Как ты можешь зарабатывать на этом, будучи партнером? Вот смотри, ты предлагаешь другу сэкономить, допустим, на приобретении кроссовок. Ну, он захотел купить кроссовки в магазине Nike. А ты ему говоришь, слушай, ты 1000 можешь себе вернуть. Как думаешь, откажется он? Я думаю, нет. 1000 рублей, она не лишняя, тем более не нужно за что-то платить. Он по-любому заинтересуется платформой, зарегистрируется, и тебе будет начислять деньги с его экономии. То есть представь, люди ходят в привычные для них магазины, экономят деньги, возвращают себе деньги с их покупок, а ты при этом зарабатываешь. Вот смотри, если он пойдет в магазин Nike и купит себе кроссовки за 10 тысяч, ему вернется 1 тысяча рублей. Тебе с этого прилетит 50 рублей. Ну, вроде бы немного, да? Копейки, можно сказать, да? Но тут такой момент очень важный. Я пригласил на эту платформу 300 человек, то есть 300 человек, которые пользуются нашим сервисом. И из этих 300 человек выросла сеть в 75 тысяч. То есть 75 тысяч клиентов. А теперь представь, с каждого даже не по 50, а даже по 2, по 3 рубля. Это неплохая сумма получается. Есть за границей компания Lioness, ей уже 18 лет, и ее менеджеры получают со своих клиентов по 1, по 2 евро. А есть такие, у кого 150 тысяч клиентов, 200 тысяч клиентов. Представь, это в месяц 150 тысяч евро или 200 тысяч евро. Также и здесь. Ты можешь зарабатывать с тысячи клиентов с того, что они ходят, экономят. При этом регистрация бесплатна, платить за это не нужно. Далее. Кто-то из этих клиентов захочет приобрести Gold статус, ну тот, про который я тебе говорил, увеличив свой базовый кэшбэк на 60%. И смотри, они приобретают у себя в личном кабинете его за 2500 рублей, и тебе автоматически перепадает 1250 рублей, ну грубо говоря 1300. Знаешь, сколько компаний, знаю с партнерским маркетингом на рынке, ни одна за оборот 2500 рублей не вернет тебе половину. 1300 рублей, ну никто не вернет. Я знаю одну сетевую компанию, там, чтобы заработать 1300 рублей, надо продать на 10 тысяч. Вот такие моменты. Далее, смотри, если ты своему другу скажешь, что в тот момент, когда он сэкономил 1000 рублей, ты заработал, что он скажет, как он отреагирует? Его по-любому заинтересует это предложение. Как так? Он ничего не заплатил. Он сделал покупку, которую и хотел сделать. То есть он собирался купить эти кроссовки. Сэкономил, вернул себе 1000 рублей, а ты с этого заработал. Людей очень-очень интересует эта тема, как можно зарабатывать на экономии других. И здесь ты ему рассказываешь о бизнесе. Так сказать, продаешь идею бизнеса так, как я сейчас тебе это делаю. И тогда он станет партнером, и ты и на этом заработаешь. Далее, когда он будет строить клиентскую сеть, это будет и твоей клиентской сетью. Когда он будет строить сеть партнеров, ты также будешь на этом зарабатывать. То есть здесь ты зарабатываешь на сети клиентов, сети партнеров. И есть еще одна очень крутая тема, это построение сети магазинов. Ты сам можешь подключить магазин на нашу платформу и иметь процент с кэшбэков людей, которые ходят в этот магазин. Неважно, в твоей они структуре, не в твоей. Просто люди в компании, которые идут в твой магазин. Представим, в этот магазин пришло 1000 человек в месяц. С каждого по 5 рублей, вот тебе 5000 рублей пассивного дохода. Пассив. Если это крупная сеть, вот сейчас недавно девочка подключила посудоцентр. Представь, 100 тысяч клиентов пройдет через этот магазин за месяц. С каждого по рублю, вот тебе 100 тысяч рублей заработает эта девочка. Итак, на чем же здесь идет заработок? Первое, это построение сети клиентов на бесплатных людях, которые просто зарегистрировались на платформе и пользуются ей. Второе, на том, что кто-то из них приобретет Gold статус, ты также заработаешь деньги.
Третье, ты зарабатываешь на построении партнерской сети. Четвертое, ты зарабатываешь на сети магазинов. Спросишь, а где, собственно, брать людей? Ну, самое первое, это, ну, знакомые, родные. Понимаешь, у нас идея, она настолько просто продается, настолько просто можно о ней рассказывать своему окружению, что, ну, не стрёмно на душе, так сказать, да? Есть всякие компании, которые продвигают косметику, какие-то БАДы и так далее. Ну и как бы корёжит внутри, когда ты это начинаешь предлагать своим знакомым. Но когда ты им предлагаешь банально экономить или зарабатывать на экономии других, это цепляет очень большое количество людей. Если беда со знакомыми, если беда с друзьями, ну нет их, бывает и такое, то ничего страшного, мы тебя научим работать через интернет. Тебе люди сами будут писать. Мы настроим тебе воронку продаж, точнее, ты сам это сделаешь, мы просто тебя обучим этому. И тебе будут люди писать. В день минимум 5 человек. Это самая отвратительная настройка воронки продаж, когда тебе пишет 5 человек в день. Ну и вот посчитай, в месяц это где-то 150 человек. Я тебе так скажу. 100 человек из них точно зарегистрируется, 100%, потому что это бесплатно, и они, ну, бесплатно возвращают себе часть денег. Из этих 100 человек, ну, партнером может стать 1, 2, 3. С этого ты уже заработаешь хорошие деньги. Например, с одного партнера, который зашел к тебе в бизнес, ты заработаешь примерно 20 тысяч рублей. Ну, я считаю, это неплохие деньги. Так вот, какие ресурсы ты можешь задействовать? Первое – это знакомые. Второе, мы научим тебя работать через интернет, поэтому за свой результат можешь не переживать. Итак, продвигая платформу, ты создаешь себе некий актив, который тебе постоянно будет приносить доход. То есть построил ты сеть клиентов, она тебе приносит доход за счет того, что ходит, пользуется платформой. Построил сеть магазинов, зарабатываешь с того, что в этот магазин ходит вообще вся компания. Понимаешь, да? То есть через 2-3 года сеть из там 20 тысяч клиентов будет приносить тебе там 200 тысяч рублей. Представь, какие перспективы. И сейчас рынок делится. Каждый партнер занимается захватом этого рынка. Строит себе сеть клиентов, сеть магазинов, сеть партнеров, чтобы в дальнейшем получать пассивный доход. И это поистине пассивный доход. Тебе не нужно звонить твоим клиентам, просить, чтобы они купили шампунь или еще что-то. Они просто ходят в магазины, ты их даже не трогаешь, более того, ты их даже вообще не знаешь. Они пользуются платформой, экономят деньги, тебе начисляют с этого деньги. Смотри, хочу показать тебе ребят, которые зарабатывают в моей команде. Вот, тут есть вот наш сайт WWP Capital. Моя команда, топ-15 бонусов, перейти к рейтингу. Вот здесь мы видим, здесь доходы написаны в неделю. То есть это 1900 евро в неделю, Игорь Фреш, Елена, 1000 примерно в неделю. То есть, вот смотри, тут девочки, мальчики зарабатывают по 70 тысяч рублей в неделю. Марина Рябова, тут 940 евро. Таня Робина 900 евро, 760, 720, Алена Конова 590, Алина 660, Рина Бутова. То есть вот такие деньги ты можешь зарабатывать вместе с нами. И это только с партнерской сети, не считая денег с клиентов и с магазинов. Давай подытожим. Ты можешь стать клиентом, бесплатно зарегистрироваться на платформе и пользоваться сервисом, возвращать себе часть денег со своих покупок. Либо можешь стать партнером и зарабатывать вместе с нами. Напиши мне в WhatsApp и скажи, какой вариант тебе более интересен, клиентский или партнерский.